На Гомельщині протягиваются субботние прямые линии. Сегодня на питание жыхароў в области отказывал старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Дворник. За час проведения прямой линии поступило 30 телефонных зворотов. Три из них тычыліся темы працаўладкавання, яшчэ столькі ж водозабеспечения. До Владимира Дворника звертались жыхары самых разных кутков нашего региона. Например, жыхарка вёскі Малые Аутюки Калинковицкого района просила допомогчы ёй знайсці место працы с уликом стану здоровья. А жыхар Гомельского района звернулся с просьбой привести у належный стан дорогу по улице Лазурной у агрогородку Красная, якая вяде у мясовую школу, где учатся его приемные дети. Были пытанні и іншай тематики. У целом усе звороты громадян узятые на контроль и будут разгледжаны у ближайший тыдень, пообяцаў Владимир Дворник. Варто отзначить, галоўная мэта прамых линий – реальная допомога людям. Подчас минулой, например, до старшини Гомельского облвыканкама поступил 31 зворот. Треть пытанняў были вырашены становча, 15 растлумачены, яшчэ 6 находятся на контроле. Дарэчы, на сегодняшнюю прямую линию до Владимира Дворника люди звертались не только с проблемными пытаннями. Жыхары Мазыра подяковали за оказанную допомогу. Владимир Андреевич, я звоню с благодарностью к вам от имени жителей всего нашего двора Петербурга Ромайский, улица Пролетарская и Нежного 6. Значит, мы обращались к вам с просьбой запретить строительство 10-этажного дома 40-квартирного в нашем дворе. И вот 16 марта убрали забор, и мы готовимся уже к закладке сквера. Сегодня вышли на субботник, хотели заложить сквер, правда, снег пошел, мы перенесли это дело, субботник. Вот. Но вам огромная благодарность за то, что вы приняли участие в решении нашего вопроса. То, что все-таки решился в нашу пользу вопрос, и у нас будет красивый сквер на весь этот вот участок улицы Пролетарской.